проповеди. Темата на моята проповед днес е как приобретать разум Христов. Как да придобиваме Христовият ум, разума Христов. Первое место, которое я хочу открыть. Първото място, на което трябва да открием днес, да отгърнем. Притчи, 18 глава. Това е притчи, 18 глава. 21-22 стих. 21-22 стих и ще чете на български язик пастор Геннадий. Да, аз ще читаю и на български, и на русский. Да. Днеска. На русском текст звучит так. От плода уст человека наполняется чрево его. Давайте мы это запомним. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. И 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. А сега на болгарский язык. На болгарском языке. Смерть и живот има сила на языка. Иония, който го обича, ще и дат плодовете му. Да, ето това е българският. И второе место, которое сегодня также хотел из книги притчи открыть. И още едно място от притчи, което ще отгърнем. Также написано в книге притч. Пак е написано в книгата на притчите. В четвърта главе. Четвърта глава. С 18 стиха. От 18 стих нататък. Очень важные стихи. Много важни стихове. Я начну. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Еще раз повторю этот стих, он очень важный. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобой. Обдумай стези для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. И сейчас я прочту на болгарском языке это же место. А не дочуем сега текста на болгарский язык? На пытя направить это, като видела то на рассымване, кое-то се развиделява, до где-то стане совершен день. Пытят на нечестивите, като темнина, не зная, от что се спыват. Сыне мой, внимавай над думитыми, преклони ухо ты сиким беседытыми, да не се удалечават от очитыти. Позиги глубоко в сердце туси, за что-то те со живот, за те, кое-то геномират, и здравие за цало-то им снага. Повече от всичко друго, что пазишь, пази сердце туси, за что-то от него са изварите на живота. Аминь. Чудесен текст с лек акцент и даже по-добре. Благодаря. Славно Бога. Симпатичен български язык. Эти места из Библии говорят о том, что очень важно, что мы говорим. От тези места какво разбираме, че това е много важен текст, това, което говорим, това и получаваме. Если говорим какие-то смертоносные слова, они приносят смерть. Ако принасяме смъртоносни думи, то и смърт получаваме.
И для того, кому мы говорим, и для себя самих мы тоже получаем смерть. Независимо от того, на кого говорим, дали на другите говорим или на себе си. Если говорим слова жизни, они приносят жизнь и говорящему, и слушающему. А ако принасяме думи на живот, тези думи носят живот както за нас, така и тези, които ги чуват. И сегодня мы идем по такой теме, как приобрести разум Христов. Днеска темата вече както отбелязахме, че тя е как да придобием Христовият ум. Почему нам это важно? Защо това е толкова важно? Раз, два. Мултимедията работи ли? Работи. Сегодня у нас день технических неполадок. все ломается. Съжаляваме, но днес тези технически недостатъци забавят проповедта. Извиняваме се. Вот в притчах в 4 главе написано, что больше всего хранимого храни свое сердце. Но ще се опрем на този стих, че преди всичко и най-много трябва да пазим нашето сърце. И въпрос такой, можем ли мы его сохранить сами? Да, въпрос е дали можем да го опазим. И если бы мы могли сохранить свое сердце, то Бог не нужен. Ако можехме да съхраним, да опазим своето сърце, тогава стигаме до извода, че Бог не ни е нужен. Но это не так, потому что без Бога мы не можем сохранить свое сердце. Но това всъщност не е така. Без Бога сърцето да се съхрани, да се опази, не е възможно. Сегодня война, духовная война идет за наши сердца. Днеска върви духовната война за нашите сърца. И мы видим, что в мире люди не могут сохранить свои сердца. И виждаме, че хората не могат изобщо да опазят сърцата си. Мы можем сохранить наши сердца только в Боге. Да опазим сърцата си можем само в Бога. Для этого Бог послал своего единородного сына. Затова Бог изпрати единородния си син. Чтобы он умер за нас и искупил нас для себя. За да може да умре на кръста и да ни изкупи, да ни придобие за себе си. Чтобы наши сердца непрестанно омывались его кровью. За да могат нашите сърца постоянно да бъдат чрез кръвта му. Я хотел открыть еще одно место. Евангелие от Марка. Искам да отворя на още едно място. 7 глава. Евангелието на Марка, 7 глава. С 14 стиха. От 14 стих. Имаме ли мултимедия или аз да чета? Не трябва да четем, да. А, там будет, да, имаме понятно. Удобството пак, да, на мултимедията. Успоредно ще бъде привод на проектора. Слава Богу, да, слава Богу. Я прочитаю на русском языке. Чета на руски и превода на български ще върви. И призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, в желудок. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Аминь. Аминь. Да кажем всички. Слова Иисуса Христа говорят нам. Какво ни говорят думите на Иисус Христос? О том, что те слова, которые мы говорим, они нас могут осквернять. Че тези думи, които ние говорим, могат да ни осквернят. И они выходят из нашего сердца. Защо? Защото излизат от нашето сърце. И почему это происходит? И защо така се получава?
И вы знаете, я хотел на схеме привести, я сам сегодня нарисовал такую схему, она должна была высветиться на проекторе, но проектор не работает. Но я думаю, что на БХТВ мы все-таки сделаем эту картинку. Вече говорихме, че имахме схема специально подготвена за днешната служба, но тя отсъства, така колкото можем, това ще направим. Да, и я попробую объяснить эту схему. И бих искал да обясня тази схема. По Библии мы имеем три неба. По Библията, по писанието в Библията, ние имаме три небета, три вида небе. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 12 главе описывает три неба. Точно тези три небеса апостол Павел ги описва много добре. Во втором послании к Коринфянам. Това е во второ послание на коринтяните. В 12 главе. В 12 главе. 12 глава. Мы живем на первом небе, на земле. Ние живем на първо ниво. Да, на первом небе. Ние живем на първото небе, простете. Първото небе. Есть второе небо. Има второ небе. По Библии оно называется Поднебесное царство. А по Библията знаем, че то се назовава още, то се нарича още Поднебесната. И есть третье небо, где обитает Бог, где восседает Иисус Христос на троне, рай, собственно, рай. И имаме и трето небе, там е Божият престол, там е Бог Отец, там е присъствието и на Иисус Христос, или казано рай. И апостол Павел в послании объясняет. И в посланието си апостол Павел какво обяснява? Знаю такого человека, который, не знаю, в теле или вне тела, был на третьем небе. Познавам един човек, не знам обаче в тяло или извън тяло, но той беше на това, на третото небе. Вот этим человеком могу хвалиться. С този човек мога да се похвалям. С собой не могу хвалиться. Но със себе си аз не мога да се похвалям. А этим человеком могу похвалиться. Но с този човек, който там беше на третото небе, с него мога да се похваля. Потому что он был на третьем небе и слышал слова неизреченные. Защото той беше на третото небе, и там чу неизречени думи. И смотрите, что происходит. И вижте какво следва от това, какво излиза от това. Мы просыпаемся утром. Ние се събуждаме сутрин, както обикновено. И если мы начинаем день обыкновенно, как все люди начинают. И ако почнем деня си така, както всички ти хора го започват. Проснулись, почистили зубы, умылись и сразу же начинаем погружаться в какую-то суету, в заботы века сего. Да, събужда си обикновенно човек, измива си зъбите, прави си туалета и както обикновенно тръгва по житейските суети. И вы знаете, люди, живущие на земле, они живут на первом небе. Хората, тоест хората, които живеят на първото небе, тук на земята. Если они не молятся к третьему небу. И ако те не се молят и не отправят молитви към третото небе, они находятся под влиянием Поднебесного царства, второго неба. Те се намират под влиянието, под натиска на второто небе, под небесната. И это постоянные какие-то соблазны, постоянные какие-то искушения, постоянные какие-то грязные, нечистые мысли, похоть и так далее и тому подобное. И какво следва от това? Ами непрекъснато мисли, които са свързани с поход, с злоба, всякаква нечистота, всякаква злоба ги атакува, те са под това влияние. Какой пример нам показывает царь Давид? Какъв пример показва нашия цар Давид? В Псалтире написано: «Встану рано». Царь да. Давид так пишет. Той пише в псалмите: «Станах рано». Помолюсь Господу. Помолих се на Господа. Прославлю Его. Прославих Го. Что делал Давид? Какво правеше Давид? Он буквально своей молитвой, своей хвалой он пробивал второе небо. Да, и точно через тази Давидова молитва той пробиваше небето. Смотрите, послушайте очень внимательно. Айде сега да чуем много внимателно. Мы думаем, что апостолы это какие-то особенные люди. И ние си мислим, че апостолите са някакви по-особени хора. И что они разговаривали с Иисусом вот так, тет-а-тет, вот. Да, и те разговаряха като че ли не се струва, говориха с Иисус Христос, ей така глава до глава, лице до лице. Особенно после дня Пятидесятницы. Особенно след Пятидесятница. Но смотрите, что происходит.
Но хайде да видим какво произлиза от всичкото това. Мы видим в книге Деяния пример апостола Петра. Виждаме в Деянията на апостолите примера на апостол Петър. Он уже крещен Духом Святым. Той беше вече кръстен със Святия Дух. Он уже принял силу. Той носеше силата на Духа. Он двигается в Духе Святом. Он двигается в Духе Святом, Петър. Да, той се движеше в Духа. И в один момент он молится Иисусу Христу. И изведнъж той започва да се моли на Исус Христос. И Библия говорит, что он молился в выступлении. И какво се казва в Библията, че той се молише чрез в изтъпление, в изтъпление. Он не ел и не пил, и он только молился. Той нито ядеше, нито пиеше, само се молише. У него была какая-то такая молитвенная жажда, такая, ну, просто алканье к Богу. Он искал ответа от Бога, идти ли к язычникам или не идти к язычникам. Да. Той се молише много горещо. Отправяше своята молитва и в него се чувстваше тази жажда и въпросът му беше такъв много напорист. Да отиде ли при язичниците или да не отиде? Потому что евреям было запрещено общаться с язычниками. Защото на евреите тогава, по това време, беше забранено да общуват с язичниците. И для него это был серьезно такой вопрос. И това за него беше много такъв труден въпрос. И смотрите, апостол Петр. И гледайте сега, апостол Петър, он усилено молится. Той усилено се моли. Я хотел бы задать такой вопрос. Если апостол Петр усилено молится в таком исступлении. И ако сега погледнем на тази сериозна молитва в изтъпление на апостол Петър, то насколько нам надо молиться неистово? И да си помислим колко повече на нас трябва и е задължително да се молим. Каждое утро. Всяка сутрин. Молиться до тех пор, пока ты не пробьешь под небесное царство. Да се молиш така силно, докато не се пробие небето. И не войдешь на третье небо своим духом. И чрез своя дух буквално да се качиш на третото небе. С помощью Духа Святого. Разбира се, че с помощта на Святия Дух. С помощью власти драгоценной крови Христовой. С помощта на драгоценната, скъпоценната кръв на Исус Христос. Исус Христос восседает сегодня на троне. Исус Христос и днес, и винаги е на своя трон. И Он послал к нам Духа Святого. И Той ни изпраща Святия Дух. Для того, чтобы Дух Святой наполнил нам все то, что Он когда-то говорил. За да може да ни напълни, да ни изпълни Святия Дух, докато ние говорим с Него. И поэтому мы очень часто молимся для того, чтобы соединиться с Духом Святым. Затова ние много често се молим да се соединим с Святия Дух. И чтобы Дух Святой вознес нас на третье небо. Наш Дух вознес на третье небо. За да може нашия Дух, чрез Святия Дух да пробие там, да бъде на третото небе. И там мы слышим слова неизреченные. И там чуваме неизречени думи. Да, точно, странни, но неизречени думи, думи, които не сме чували. Да, и многие из нас эти слова неизреченные произносят, когда молятся. И тези думи, въпреки всичко, че са неизречени, все пак ние ги произнасяме. И только в этот момент что-то происходит. И точно в този такъв момент там стават неща необикновени. Когда своим духом, с помощью Духа Святого я дошел до третьего неба, когато с помощта на Святия Дух аз съм вече на третото небе, только там я приобретаю разум Христов. То тогава идва, придобивам Христовия Дух. Поэтому Иисус говорил, нужно приложить усилия. За това се казва, и както Иисус Христос казва, трябва за това, което говорим, трябва усилия. Это усилия. Разум Христов не приходит автоматически. Това не е така обикновено, е така автоматично от само себе си да стане. То есть через, только через усилия, через усиленную молитву. Само через усилие, через усиленную молитву. Мы доходим до третьего неба. Не стигаем до третьего неба. И начинаем познавать, что есть воля Господня. И започваем да познаваме Божията воля. Что есть чувствование во Христе Иисусе. Чувствование во Христе Иисусе. Да, какие они? Что можем да почувствуем Христовия Дух. Что Иисус Христос чувствует. И да почувстваме това, което Исус Христос чувства. Что Он думает? Какво Той мисли? Смотрите, очень важное место. Давайте мы все вместе откроем. Хайде сега да отгърнем на едно също толкова важно място. И оно написано во втором послании к Коринфянам. То е написано в посланието на второ Коринтяни. 4 стиха. 10 глава, 4 стиха. 10 глава, 4 стих.
Я прочитаю на русском, на проекторе будет на болгарском языке. Сега аз ще чета на руски, а на проектора имаме българският превод. Да, вот на том проекторе есть текст. Да. Поэтому кто-то может прочитать. Оружие воинствования нашего не плотские. То есть это не какой-то железный наточенный меч. Это намного серьезней. Это обоюдоострый меч Иисуса Христа, Слово Божье. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. То есть, если меня атакуют какие-то замыслы, какие-то помыслы, какие-то мысли, я вот этим мечом могу ими просто не спровергать эти замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И смотрите, как написано. И пленяем. Вот скажи так, пленяем. И пленяваме, нека да кажем, и пленяваме. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Всякий разум да се покорява на Христа. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. И готовы сме да накажем всякое непослушание, щом стане пълно вашето послушание. На личность ли смотрите? И готовы сме да кажем всичко. Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христовы. Аминь. Имаме превода. Да, и вы знаете, вот я пока не забыл последнюю стих, я скажу. Мысль... Только не сам забравил мыслить на последний стих. Апостол Павел призывает, очень часто мы судим по себе. Много часто не судим нештата в живота по себе си. Если мое сердце во грехе, ако моето сърце е в грях, все люди для меня кажутся грешными. И всичките хора ми се струва, че са грешни, като мен. В том числе и апостолы, и сам Иисус Христос. И апостолы, и даже арогантно казывают, что Иисус Христос. Фарисеи называли Иисус Христа одержимым человеком. А фарисеи называли Иисус Христос? Обладан человек. Да, че обладан. Что в нем бес? Че има бесове в него. Почему они так говорили? За что так те говориха? Потому что сами они были одержимыми людьми. Защото те самите бяха такива. И их отцом был дьявол по Писанию. И знаем от словото, че те бяха, вземаха от бащата на дьявола. Те самите бяха такива. Поэтому даже в Сыне Божьем они видели беса. И затова именно виждаха в Иисус Христос тези бесове. Съдиха по себе си. Но апостол Павел пишет, что когда ты Христов, когда ты принадлежишь Христу, ты во всех видишь Христа. Но какво казва апостол Павел, че когато ти сам си Христов, то виждаш във всичките хора, виждаш Христови хора. Тоест виждат Христос по-точно. Еще раз повторю пятый стих. Още веднъж ще повторя петия стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божие, пленяем всякое помышление в послушание Христу. Аминь. Аминь. Понеже събараме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. И пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Скажи аминь. Хайде потому да кажем аминь. Потому что это очень важный стих, очень важный. Това просто архиважный. Това е много, много важен стих. Почему? За что? Это место из Библии дает тебе власть над своими мыслями. Слышишь меня? Ами, това място от Библията, тези думи не дават власть эту тука над нашими мыслями. Знаете, сколько я работаю как врач-психотерапевт, и я сталкиваюсь с депрессивными людьми. Аз като лекар-психотерапевт съм принуден в работа си да се срещам с депресирани хора. Иногда приходят алкозависимые или наркозависимые. Понякога при мен идват алкохолно зависими или пък наркозависими хора. Иногда приходят люди с суицидальными мыслями, мыслями о самоубийстве, чтобы убить себя. Някои пък идват с мисли за самоубийство. Това е моята практика, случай. Я очень глубоко понимаю людей, которые живут сами, одни. Я много добре разбирам тези хора, които са принудени да живеят съвсем сами в живота. Это очень тяжело на самом деле. Това е доста тежко, ако си бъдем откровени. Потому что человек – существо социальное. Защото човека, това е социално същество. Он был изначально создан для общения. Той е създаден, за да общува с хората, с себе подобните. В НКВД когда-то это давно вычислили. НКВД, ЧК. В старите времена
в Русия. Когда пытали людей. Когато се опитвали хората. Были такие изоляторы, и человек отправлялся в камеру-изолятор. И такива хора, за които казахме преди малко, те са били в изолатори, в някакви камери. И это была самая страшная пытка. И това е много страшно на истината, ако кажем. Человек изолировался даже от всех звуков. Он был только один, сам. Никто с ним не разговаривал. Даже такива хора толкова са били изолирани, че там не се е чувало никакъв звук. И знаете, что с ним происходило? И знаете ли какво ставаше с такива хора? Уже на 4-5 сутки любой человек, без исключения, начинают слышать голоса. И какво става? На 4-5 денонощие тези хора започват да чуват гласове. Что это? Какво е това? И эти голоса не говорят хорошие вещи. И тези гласове, между другото, изобщо не говорят добри неща. Одно страшное поношение. Това е едно страшно. Поношение, запугивание, да. Говорят только плохие вещи. Да, това е една такава страхова, да, опит за страх, да се сплашат буквално. Я работал как врач-психиатр 7,5 лет в психиатрической клинике. Аз като 7,5 години съм работил като лекар-психиатр. Я видел очень много таких людей, которые сошли с ума в одиночестве. Видял съм много такива хора, които буквално са полудявали. Но сегодня я хочу дать утешение, выход для таких людей. Но днес аз искам да дам утешение дори за тези хора. Да дам изход на нещата. Почему? Защо? Потому что Иисус Христос всегда рядом с каждым из нас. Защо? Защото Иисус Христос винаги е заедно вървим с Него. Если ты живешь один, ако живееш сам, я говорю даже нашим телезрителям, даже говори на нашите телевизионни зрители, и тебе очень одиноко, и ти си много самотен, и приходят страшные мысли, и идват разни страшни мисли, призови имя Господне. Призови името Господне. И Он услышит тебя. И Той ще те чуе. Разговаривай с Иисусом Христом. Говори, разговаривай с Иисус Христом. Через Слово Божие. Через Божието Слово. Через Евангелие. Через Евангелията. Через свою личную молитву. Через своята си лична молитва. Если есть возможность, пригласи в гости верующего человека, духовного человека. И ако имаш възможност, то покани някой вярващ човек. И что я сегодня хочу сказать, какие мысли? И какво искам днес да ви кажа, за какви мисли става въпрос? Был период, когда я много работал с содержимыми, содержимыми людьми. По-болгарски обладане хора. Когато аз работих с такива хора, които са обладани, натоварени буквално. Очень много работал с наркозависимыми людьми, с наркоманами. Много съм работил с наркозависими хора. Хочу сказать, что я не хвалюсь, но я был лучшим наркологом в своем городе. Разбира се, че извинете, аз не искам да се хвалям, но бях най-добрият нарколог в града си, където живея. Скажу такую статистику. Даже има такава статистика. Наркологический стационар, который имел нулевую статистику, не было никаких результатов. Да, в обикновените наркологични такива стационари нямаше никакъв положителен резултат. И когда они просто чистили человека, ставили ему какие-то системы, капельницы. И какво? Както обикновено, по-медицински, поставят му системи, всякакви инжекции, там медицинско лечение. А потом, когда они видели, что это не помогает, и като видят, че това не помага, няма резултат, они отправляли этих людей ко мне. И тогава тези хора, те ги направляваха към мен. Моя сестра здесь сидит. Ето, моята сестра там в залата стои. Она работала директором на заводе. Тя работеше като директор на завода. И периодически от нее поступали люди с алкогольной зависимостью. И на нея и се налагаше да се среща с алкохолно зависими хора. И в общей сложности, по моей статистике, которую я вел, через мое служение прошло более 700 человек. 700. И от моята лична статистика, която така старателно се водих, през мен са минали около 700 такива човека. Со статистикой 70%. С каква статистика обаче? 70% изцеление. То есть из 10 человек 7 человек получало освобождение. От 10 човека 7 получаваха
оздоровяване буквально. Что я практиковал? Какво аз практикувах да получавах тези резултати? Чему я учил этих людей? На какво ги учих тези хора? Я просто учил их тому, что мы как люди имеем власть. Аз просто ги учих, че ние като хора имаме власть. Каква власть обаче? И эта власть приходит человеку, когда он становится детем Божьим. И тази власть идва само тогава, когато ти ставаш дете на Бога. Библия так и говорит, мы имеем власть быть чадами Божьими. Как тук се казва в Библията, ние имаме власть като деца на Бога. Потому что в этот момент приходит власть драгоценной крови Иисус Христа в мое сердце. Через кръвта на Иисус Христос идва тази скъпоценна власть директно от Иисус Христос. И эта кровь дает мне власть, силу. И това именно дава моята власть, моята сила. Власть противостоять дьяволу. Власть, която ще противостои на дьявола. Противостоять любым соблазнам этого мира. Ще противостои на всякакво изкушение, соблазн в този свят. И Слово Божие говорит, что Бог дает силу, чтобы превозмочь всякое искушение. Нет такого искушения, которое может, не может превозмочь кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. И Библията какво казва? Че всеки един от нас ще противостои на тези сили. И това се дължи на скъпоценната кръв на Иисус Христос. Приходят наркозависимые. Идват наркозависимите хора. И говорит, доктор, помогите, я уже не могу, я схожу с ума. И какво ми казват, докторе, помогни ми, аз вече не мога повече, направо, буквално полудявам. Постоянно голоса, постоянно мысли, страшные мысли. Кого-то пойти ограбить, кого-то пойти убить. Просто я не могу с собой ничего поделать. И какво те казват, докторе, помогни ми, защото непрекъснато идват гласове, които чувам. Постоянно едни такива мисли, къде да отида, къде да открадна, да убия, да направя някакво зло. Я предлагал ему молитву. И тогава аз му предлагах молитва. И он говорит, ну что мне, молитва поможет, что ли? И той с насмешка казва, и какво, твоята молитва ще ми помогне ли? Я говорил ему, давай попробуем. И аз му казвам, ми хайде да пробваме. И что мы делали? И какво правихме? Мы вместе произносили молитву покаяния. И ни провъзгласявахме, казвахме тази молитва на покаяние. Человек каялся. Човек се покаява, разбира, че трябва да се покая. Посвящал свою жизнь Богу. И така, чрез думите той посвещава живота си на Бога. Позволял Иисус Христу омыть свое сердце. Поканваше Иисус Христос, за да измие, да изчисти сърцето му. И потом мы применяли власть. И после ние приемахме тази власт. Власть верующего. Само, че властта беше на вярващи хора. Я говорил ему, повторяй за мной. И аз му казвам, хайде сега, повтаряй след мен. Во имя Иисус Христа. В името на Иисус Христос. Дьявол, убирайся вон из моей жизни. Дьяволе, примахни се от живота на този човек. Дух наркоты, убирайся вон из моей жизни. Дух на наркозависимост, примахни се. Я больше тебя не боюсь. Аз повече от тебе не се боя. Я Божие дитя. Аз съм Божие дете. Я сын всемогущего Бога. Аз съм син на могъщия Бог. И ты больше ничего не можешь, дьявол. И ты повече ничто не можешь, дьяволе. Ты поражен в моей жизни кровью Иисуса Христа. Ти си поразен чрез кръвта на Иисус Христос. Вот так мы молились. Ето така се молихме. И человек уходил. И човек така се отива. Через какое-то время он возвращался. И след време той пак се връща. Я говорю, ну что и как? И аз му казвам, какво? Как са нещата при тебе? И очень много людей говорило, что вы сделали со мной? И хората ми казаха, а какво направихте ви с мене? Все прошло. Ами всичко мина. Голоса прошли. Махнаха се гласовете. Мысли от меня отстали. Мислите, които ме тревожиха, сега вече просто престанаха. Но я говорил этому человеку, но это еще не все. И аз му казвах, ама знаеш ли, че всичко това не е още... Да, всичко това не е само по себе си, има още. Это каждодневная духовная война. Това е, извинете, това е всекидневна война. И это сегодня обращение, послание каждому из вас. Это обращение каждому из нас сегодня. Това е обращение на всеки един от нас. Даже мне приходят, несмотря на то, что я священник и пастор, но я остаюсь обычным человеком. Макар и аз да съм
макар и да съм пастор и обикновен човек, и при мен идват подобни мисли. Да, благодаря. И приходят разные мысли, но у меня есть оружие. И при мен идват мисли, но аз имам Божието си оръжие. Я беру обоюдоострый меч. Вземам острия меч. И применяю власть. И какво? Придобивам тази власт, която имам. И просто говорю, я просто пленяю это помышление во имя Иисус Христа. И тези мисли буквално ги пленявам в името на Иисус Христос. Иисус Христос есть тот, кто пленил плен, так написано. Да, че не знаем, че Иисус Христос от Словото, че Той придобиваше пленените. Плен придобиваше. То есть власть... Добиваше плен, извинете, добиваше плен. Власть Иисус Христа надо необходимо применять. И така трябва да се приема всеки ден властта на Иисус Христос. И я хотел открыть послание к Ефесянам, 4 глава. Хайде сега да отидем в Ефесяни, 4 глава. Я прочитаю 4 глава 7 стиха. 4 глава от 7 стих. На проекторе вы сможете читать на Може болгарском языке. Може на проектора, на българския превод да се прочете. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту и пленил плен. Иисус Христос пленил плен. То есть, если ты в плену сегодня, Иисус Христос тот, кто пленяет твой плен и просто выбрасывает его в бездну. И дал дары человекам. Ниже. С 11 стиха. «И он послал одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Для созидания. Дух Святой нам дан для созидания. Не для того, чтобы там Святия ругаться Дух или там делить что-то. За созидание, за изграждане. Дух Святой нам дан для того, чтобы что-то строить, созидать. За да строим. Това не беше дадено в църквата, за да строим, да изграждаме. С 13 стиха. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена». Скажи «каждого члена». Хайде, кажи «всякий член». Ты в этом числе. И ти в това число. Мы все призваны к действию. Получают приращение для созидания самого себя в любви. И смотрите, очень важно. Апостол Павел даже говорит, я заклинаю Господом. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. У прочих народов, народов, которые находятся в мире, постоянно суетность ума. Будучи помрачены в разуме, они помрачены в разуме. И мы были когда-то помрачены в разуме, когда жили без Бога. Когато бяхме без Бога, то и ние бяхме такива без разума. Помрачены значит мрак. Мрак в разуме. Помрачени какво значи? Мрак в сердце, мрак в духе. Мрак в сърцето, мрак в мислите. Отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Скажи «в Нем». Хайде мы да в Нем научились. В Него се научихме, в Него. Так как истина, она только в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, смотрите, что апостол Павел, он применяет власть. Он тут же вот в этом послании говорит, всякое раздражение он берет вот так вот просто на самом деле в духовные руки. Ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. И просто применяя власть, он просто это извергает из наших умов. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь.
Да кажем амин. Да. В этом послании апостол Павел демонстрирует власть верующего человека. Это как апостол Павел тук демонстрирует власть на верующего человека. Он демонстрирует, как мы можем побеждать, поборать в каждодневной духовной брани наши мысли, с которыми мы, как люди, не можем справиться. Той показывает, как в тази всекидневна война трябва да се избавим от тези лоши мысли, защото по друг начин това е невъзможно. Моя проповедь сегодня имеет практическое применение. Днес моята проповед, както виждате, има практическо измерение. Показвам на практика. У каждого из вас, я это точно знаю, у каждого из нас бывают какие-то определенные искушения, соблазны, мысли, помыслы. Да, защото знам, че между нас тук има такива, които са атакувани от тези соблазни и разни неприятни лоши мысли. Не, мы все атакованы. Всичките, да. Всичките. Сина дума, човеците. Но также и у нас у всех есть оружие. Ну, какво, нека да кажем, че паралелно с това не имаме и Божието си оръжие. Но нужно уметь это оружие применять. И трябва това оръжие да умеем да го използваме. Я хочу сказать, некоторые из вас будут удивлены. Некоторые из вас будут удивлены, учудены. Да, и някои от вас, ако го приемат, ако го употребяват, ще бъдат много изненадани. Как просто это работает. Как простичко и много обикновено работи това. Практикуй это. Да се практикува, ще го практикуват. Приходит какая-то грязная мысль. Идва някаква лоша кална мисъл. Какое-то желание. Някакво желание. Примени в этот же момент власть Иисуса Христа. Веднага в този момент вземи властта на Иисус Христос и я употреби. Скажи так, что я прямо сейчас... Направо кажи така, аз направо сега... Кровью Иисуса Христа... В кръвта на Иисус Христос... Пленяю это помышление в послушании Иисуса Христу. Пленявам тази мисъл и я подчинявам на Иисус Христос. И посмотрите, что будет происходить. И гледайте какво ще стане от това, какво ще произведе това. В этот же момент эта мысль, она больше не будет вас беспокоить. И какво? Тази мисъл повече няма да ви безпокои. Почему? За что? Давайте мы откроем последнее место сегодня. Хайде да отворим сега на последното място за днешната проповед. Послание к филипийцам. В посланието на филипяни. Послание к радости. Послание радости. Това е послание за радост. Самое радостное послание. Най-радостното послание. Которое апостол Павел написал из тюрьмы. Което послание беше изпратено от апостол Павел и то откъде? Ами от затвора. Чему он там так радовался? Защо той така се радваше? Он радовался тому, что даже находясь в тюрьме, ты во Христе Иисусе ты свободен. Ами той знаеше, че макар и да е в затвора, в Иисус Христос той всъщност се беше свободен. Давайте вместе прочитаем послание к филиппийцам, 4 глава. Хайде сега да прочетем. 4 стиха. 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Да. Чему радоваться-то? Той какво казва? Радуйтесь. Кто-то спросит. И пак се радуйте. За какво да се радваме? И вы знаете, на самом деле, мы всегда радуемся, когда мы входим во святая святых Богу. Ами как ние се радваме? Кога се радваме? Тогава, когато влизаме в святая святых. Через жертву Иисуса Христа. Через жертвата на Иисус Христос. Когда ты в молитве пробиваешь второе небо и входишь на третье небо. Когато в молитва ти пробиваш через второто небе и отиваш директно в третото. У тебя всегда будет радость. Винаги ще бъде при тебе радост при това положение. Потому что там на третьем небе всегда радуюсь. Защо? Защото на третото небе е непрестанна радост. Там нет печали. Там няма печал. Така. Там нет поражения. Там няма поражение. Там нет болезни. Няма болести. Смерть там не имеет никакой власти. Там смъртта няма никаква власт. Пятый стих. Пятый стих. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. И смотрите, как написано в шестом стихе, шестого стиха. Не заботьтесь ни о чем. Вот не надо ни о чем заботиться. Вот, если задача дьявола озаботить нас, подкинуть нам как можно больше грыжи, да, забот, суеты, чтобы мы даже не вспоминали ни о каком Господе. Но здесь... И задача-то какова в сущности на дьявола, нали? Эй, така да не натоваря с нещата, които да не измъчват.
да не натоварват. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И какво се казва тука, да не се беспокоим, а с молитва и молба да изказваме нашите прошения, нашата молба. Открывайте свои чувства. Скажите Богу, вот ты еще на первом небе, ты говоришь: Господи, мне здесь плохо. Открой ему свое сердце. Хайде сега да се научим как да откриваме сърцето си и просто да му кажем: Господи, вземи това, което е в мене, което ме тревожи. Я очень отягощен, Господи, у меня очень много забот сегодня. Аз искам това, Господи, защото имам много-много грижи в себе си. Но что происходит, когда мы открываем свои желания? И какво става, когато разтваряме, показваме нашите желания? Седьмой стих. Седьмой стих, да видим. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аллилуйя! Ми да кажем аллилуйя. Что тука происходит? Какво става? В тот момент, когда открываюсь перед Иисусом, Он забирает все мои заботы, все мои проблемы. А като си откриеш сърцето пред Исус, Той просто взема това, измъква го и го примахва от твоето сърце. Я сейчас приведу сравнение. Сега ще ви покажа едно сравнение. Вы знаете, например, героин. Героин – очень сильный наркотик. Да, например, да го сравним с хероин. Хероина е един много силен наркотик. Когда наркоман вводит себе большую дозу, 1 грамм героина, например. Например, когато наркомана се инжектира или приема примерно 1 милиграм, да видим какво става. Ему кажется, что все его проблемы решены. И той си мисли, че всичките му проблеми са решени, т.е. той е доволен. Полный покой приходит. И идва така един съвършен мир, покой. Мир, ейфория, ейфория. Да, еуфория, мир такава, една еуфория. Когда алкогольно зависимый принимает слишком большую дозу, ну, взял бутылку ракийки или водки, принял на грудь. Така става и с алкохолиците, когато вземат по-голяма доза ракия или водка, същото става. Тоже становится ему хорошо. И на него му става много приятно. Но решаются ли в этот момент проблемы? Ну как, мислите вие, решават ли се тяхните проблеми? За каждым вот этим грехом, наркотики или алкоголь, стоит определенный дух, демон. Да, за всяка тази зависимость, дали е към наркотици или към алкохол, стои личност, демон. И Библия говорит о том, что они приходят для того, чтобы украсть, убить и погубить. И за какво идва дявола? Да открадни, да убие и да погуби. Решаются ли проблемы наркомана или алкоголика? И какво от това? Решава ли се проблемът на този наркоман или алкохолик? Нет, он становится все беднее, проблем становится все больше. И в конечном итоге... И проблема все повече и повече се задълбочава. Блудник, написано, обнищевает до куска хлеба. Да, Библията пише, че това още блудство. Да, наркоман, алкоголик в конечном итоге теряет все. В конечном итоге свой разум теряет. Разбира се, свою душу. Че в крайна сметка... Наркоман и алкохолика просто губит ума си. Но тот мир, который дает Иисус Христос, този мир, този покой, който се дава от Иисус Христос, он другой. Става въпрос за нещо съвсем друго. Иисус Христос говорит: дам тебе мир, совершенный мир, который мир не может дать. Этот мир не может дать. Да, и какво казва Иисус Христос? Ще ти дам мир, спокойствие, нещо, което не можеш да получиш от този свят. Този свят не дава подобно нещо. И решаются ли проблемы в этот момент? И какво, решава ли се проблема в този момент? Я хочу засвидетельствовать о том, что да. Именно в этот момент, в момент мира, Иисус Христос берет все твои заботы, тяготы, бремена и решает их. Начинает их потихонечку, сверхъестественным образом, вот так просто разметать. Да, и какво от опит, от практиката ми мога да ви кажа, че се разрешават проблемите. Той просто като че ли бръква и постепенно тези проблеми буквално ги размита, унищожава ги. Сколько раз было в моей жизни, в нашей супружеской жизни с Натальей таких моментов? Колко много неща съм имал подобни моменти в моя живот, в моята практика. Когда мы что-то заботились... За това може да каже моята съпруга Наталия. Да, когда мы заботились, суетились, много просто делали таких ненужных вещей. Ами, ние
така заедно в живота, като още неопитни, суетим се, грижим се, напъваме се. Мы были еще неопытными христианами. Не бяхме толкова опитни християни. Мы задавали вопрос, ну у нас же есть Господь, Он решит наши проблемы. Имаме си Господ, Той должен, Той трябва да ни помогне, да вземе проблемите. Давай Ему откроем наше желание. Хайде да Му открием нашите желания. Давай Его попросим об этой нужде. Хайде да Го помолим. И вы знаете, Иисус Христос слышит наши молитвы. Иисус Христос, разбира се, че чува нашите молитви. Вот именно в тот момент, когда приходит совершенный мир, покой в сердце, именно когато идва този съвършен мир и спокойствие в сърцето ни, я знаю, что моя проблема уже решена. Аз знам, че моят проблем е напълно решен. Что Иисус Христос забрал мою проблему. Че Иисус Христос просто примахна, махна го от мене. И мое сердце наполняется радостью. И моето сърце при това се напълва с радост. Это критерий. Това е критерия. Когда ты имеешь совершенный мир в своем сердце, когато имаш този съвършен мир в сърцето си, в этот момент ты имеешь разум Христов. Ето това е разума или Христовият разум, Христовият ум. Сверхъестественным образом. И това става по свръхъестествен начин. Скажи, я имею разум Христов. Айде всички да си кажем, аз имам Христовия потому разум. Потому что все свои заботы и бремена я отдал Ему. Защото всичките си грижи, всичките си товари ги дадах на Исус Христос. Все свои болезни, все свои симптомы я отдал Иисусу Христу. Болести заедно с тяхните симптоми всичко дадах. Я пробиваю под небесное царство. Пробивам под небесното царство. Потому что перед Иисусом Христом склонилось все небесное, земное и преисподнее. Да, защото знаем, че покоряват се всичките преисподнете и въобще под небесната се покоряват на Иисус Христос. Иисус Христос одержал полную победу над всеми бесовскими силами. Защо? Защото Той издържа пълна победа, взе пълна победа на тези сили. Я духом вхожу в третье небо. И чрез духа ние проникваме в третото небе. Во святая святых. В святая святых. В общение с моим небесным Отцом. В общение с моят небесен Отец. И давайте мы закончим это послание. Хайде да завършим сега това послание. Послание к Филиппийцам, 4 глава, с 8 стиха. Филиппяни, 4 глава, от 8 стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Смотрите, апостол Павел призывает, о чем нам надо помышлять. Ето, обърнете внимание, какво казва апостол Павел. За какво трябва да мислим? Что только истина на первом месте. Само това, което е истина, при това на първо място. Что истина? А какво е истина? Есть только одна истина. Има само една мисля. Иисус Христос говорил, я есть истина. Той каза, Иисус Христос каза, аз съм истината. Берите все те слова, которые Иисус Христос говорил в Евангелии. Вземете тези слова на Иисус Христос, които се казват в Евангелието. И размышляйте над ними. И размишлявайте, разсъждавайте над тях. Просите Бога, чтобы Он открыл вам эти истины. Нека Бог да ви открие тези истини. И в вашу жизнь будет приходить истина. И във вашия живот тази истина ще влезе, ще се проявява. И последний 9 стих. И последний 9 стих. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Аминь. Аминь. Библия призывает, апостолы призывают нас думать только о том, что истинно, что справедливо, что чисто, что честно. И это виждаме через Евангелието, через апостолите, че това, което е истина, това трябва да мислим. И когда вы имеете такие мысли, вы можете быть вполне уверены, что вы имеете разум Христов. И когато мислите са такива, каквито са Христовите мисли, ние спокойно можем да кажем, че имаме Христовият разум. Христовият ум. Это состояние не приходит автоматически, еще раз повторяю. Но искам да ви кажа, че това не може така в миг на око, автоматично да стане. Это усилие каждого дня. Това е усилието на всеки един ден. Встану рано. Да стана рано. Призову имя Господне. Да призова Господното име. Помолюсь. Да се помоля. Прославлю Господа. Да прославя Господа. Поклонюсь Ему как единому Богу. Да Му се поклоня като на един единствен Бог. Взойду на третье небо.
после да тръгна през поднебесната и да съм вече на третото небе. Войду в слияние с моим Господом Иисусом Христом. И да се слея в едно с моя Господ Иисус Христос. Омойся в Его драгоценной кровью. Да се умия в Неговата скъпоценна кръв. Приму Его силу и Его власть. Да приема Неговата сила и власт. И буду двигаться по этой земле в силе Святого Духа. И да се движа в победа чрез Святия Дух в тази земя, на тази земя. Можете сказать на это аминь? Можем ли да кажем амин? Слава нашему Богу. Слава на нашия Господ. Что-то сегодня получили? Хайде сега да видим, получихме ли, научихме ли нещо днеска. Я хочу сказать о том, что очень много наркозависимых получили освобождение только через эту практику. Могу да ви кажа, через тази практика много наркозависимо се освободиха. Много алкогольно зависимых получили освобождение. Много алкохолно зависими хора через тази практика се освободиха. Реально одержимые люди получали освобождение. Да, буквально неудержимые такива, не можешь да ги обхванеш, получаваха това исцеление. И скажу так, одну такую практику освобождения одержимых людей, потому что такие люди существуют. Такива хора трябва да ви кажа, че съществуват, и аз мога да кажа нещо като пример от практиката си. Только недавно ко мне приводили девушку, она была реально одержима демоном. Скоро, не далеч така, то есть скоро при мене доведоха едно момиче, което беше в такова състояние, беше зависима от демони. И я обычно в таких случаях предлагаю, можешь ли ты повторить, сказать вместе со мной определенные слова? Я обыкновенно предлагам на такива хора, ти можешь ли заедно с мене да повториш думите, които ще чуеш от мен? И предлагаю просто совершить короткую молитву. И както обикновено предлагам една молитва за покаяние, да? Молитва покаяния. Молитва за покаяние. И провозглашение. И така да провозгласява словото. Что с этого момента, когда я покаялся, я являюсь Детем Божьим, я являюсь рабом Господним, и что мой Господь Иисус Христос. И да повтори това, че чрез Иисус Христос тя се явява като дете, не само дете на Бога, но тя вече е като слуга, като служител на Бога. Да го повтори. Я вам скажу из практики о том, что одержимый человек не может сказать такие слова. И трябва да ви кажа, това пак е от моята практика, че такъв човек, като това момиче и въобще от тези случаи, не могат да кажат тези думи, не могат да ги повторят. Вдруг эта девочка закричала? Ну, я верю в то, что это не девочка закричала, конечно. Разбира се, в това време това момиче започна да крещи. Аз разбирам, че това не е момичето, което крещи. Да, неистовым голосом. Я не хочу его слышать, я не хочу его видеть. Я его презираю. И она вскочила и убежала. Да, и там се чуха гласове. Не искам това да го слушам, не искам да го гледам, направо го презирам, и тя хукна да бяга навън. Потому что Библия говорит, что Бог отпускает измученных на свободу. Защото, какво казва Господ? Той пуска на свобода измъчените. Тот человек, который по-настоящему хочет освобождения, он останется този и получит човек, освобождение. Който вътрешно, истински иска да бъде свободен, обикновенно това се казва, тези думи се казват. Как тот человек с Гадарии, который был одержим легионом бесов. Да, като този човек, който знаем от Библията, който беше обсебен от цял един легион. Он был так измучен, что он просто приполз к ногам Иисуса Христа и просто остался при нем, не бежал от Иисуса Христа. Защото той беше толкова измучен, че когато беше освободен, той буквално приседна в краката на Иисус и му каза, че иска да бъде с него. Да, и Бог освободил его. И Бог го освободи. Давайте мы склоним наши сердца. Хайде сега да привием, да подгъним коленете на нашето сърце. Этот год мы прогласили годом действующей любви. Нали знаете, че ние провъзгласихме тази година като година на любовта, и то каква любов? Действаща любов. И поэтому мы в этом году будем применять любовь Иисуса Христа. И ние тази година ще практикуваме тази Божия любов. Алилуя, благослови нас. Господи, благослови ни. Облачи нас во все оружие Божие. Обличи ни с Божието си оръжие. И укрепи нас своей силой и властью. И ни укрепи чрез своята сила и власт. Дай нам крепко носить шлем спасения. Дай ни здраво да държим шлема на спасението. Броню праведности.
и броненият нагръдник на правдата. Пояс истины. И кулана на истината, пояса на истината. Щит веры. Щита на вярата. Обувь готовности благовествовать этот мир. Обувките, с които трябва да благовестваме в този свят. И более всего научи нас пользоваться этим мечом, обоюдоострым. И преди всичко и най-много научи ни как да използваме твоя меч, което означава Словото на Бога. Слово Божие, Слово Иисуса Христа. Словото на Иисус Христос. Дай нам быть победоносной церковью. Дай ни една нова победоносна църква. И на всяком месте совершать твои победы. И всеки месец и въобще винаги тя да носи своите победи. Потому что ты уже все победил. Защото ти отдавна и всичко победи. И все совершил. И всичко свърши. Мы молились тебе с превеликой благодарностью. Ние се молим с голяма благодарност пред тебе. Небесный Отец. Небесен Отче. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. В името на Иисус Христос, нашия Господ. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И да кажем всички амин. Амин. Слава Богу. Давайте мы прославим нашего Господа. Айде да Иисус сейчас здесь. Приветствуем нашия Господа, го прославим. И хочу сегодня представить, сегодня у нас еще один брат выйдет со свидетельством.